Ну что ты там стал? Ай, попал. Так, а сейчас я его, наверное, битой добью. Да! 10 киллов на последних секундах почти. Давай, вот этого еще. Давай! Ну! Куда ты, мужичок? Здоровячок. Я его битой еще шваркну. Ай! На! Есть, смотри, добил. Блин, жесть какая. 1 хп! 1 хп! Привет, ребята, с вами Мобик, и это снова Черви. У нас здесь добавили новую карту. Эта карта где-то в порту или где-то, где дофигища контейнеров. Я на ней играл, наверное, раза 3 всего. Сейчас я на 24 уровне. Вот в таком полновогоднем прикиде мы сейчас отправимся биться с другими червяками. Играя в основном бой насмерть, остальные режимы не сильно интересны. Хотя здесь у нас добавили лабораторию. И каждую неделю сюда добавляют различные приколюхи, экспериментируют всяческим макаром с оружием. В этот раз у нас этот режим называется «Ракетный прыжок». Бой насмерть, карта «Парк порталов». Стажер лаборатории вместо 10 ящиков боеприпасов для базуки случайно заказал 10 тысяч ящиков. Так что можете смело их расходовать. На этой неделе жил в лаборатории будет особо взрывным, так как все игроки получат базуку и невменяемую кучу боеприпасов. Ах да, мы также улучшили щиты, чтобы игроки не получали урона от собственных выстрелов. Вот такой, ребятки, прикольный режим. Возможно, сегодня мы в него зайдем и сыграем. Кстати, ребята, базука, наверное, моя самая любимая пушка в этой игре. Ну, просто нереально крутая штука. Так, ну что, матч найден, наконец-то мы погнали биться с червя. Да, вот она, собственно, верфь войны, она у нас называется. Я здесь уже завалил 1173 червя. Или это мои смерти, я не понял. Так, ладно, погнали. Погнали, погнали. Периодически игруха вылетает, и это очень печально, потому что иногда она вылетает в такие самые ответственные моменты. Че, я бананы взял? Мне надо, у меня там задание. Мне нужно банановыми бомбами кого-нибудь вальнуть. Но это я его не банановой бомбой нифига вальнул. Пока что у меня 1 килл. 1 килл. Я влетел, по-моему, уже в начатую катку, потому что здесь давно все месились без меня. Так, ящик. Что у нас? Сразу применяем вот эту штуку, она нам дает щит. Ну, пушка, конечно, у меня так себе. И это сильно... Ну, не успел. Долго перезаряжается. Точнее, долго заряжается, блин. Плазменная или какая она у нас там? О, попал. Хе-хе-хе, прикинь. О, с базукой, смотри, чудило. Блин, сейчас мне хана придет. Или не придет? Так, ну, я бы, наверное, попал на твоем месте, чувак. Ты не можешь, да? Ну, молодец. Ой, 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 куда, куда, куда? Ну, почти, почти. А, все, кончились у меня. Кончились, кончились заряды. Все воюют обычными пушками, как бы. Так оно будет. Да, ё-моё, иди сюда. Автомат, наверное, возьмем. Блин, не, наверное, вот эту штуку выкинем вообще. Так, это стрёмное. И автомат возьмем сразу. Там у нас засел, смотри, в контейнерах, чудило. Оу! Чё, вылез? О, вылез. Синюшный ящичек! Иди сюда! Иди сюда! А, бананчики! Бананчики! Мне надо вальнуть его срочно бананчиками. Мне задание, я, возможно, получу какой-нибудь крутой костюмчик. Да блин, не долетел банан. Эть! Чёрт. О, ну... Кому-то прилетело! Но я не уверен, что прилетело по адресу. Так, вот у нас еще чудило какое-то. Куча разрушаемых всяких. О-о-о, гранатки. Гранатки я тоже люблю. Ай, ай-ай. Ой-ой, ой-ой. Блин, сам себе. Ну, базука. Мочи уже. Чего так и не сделал, да? Обидненько. Да елки-палки, что перезарядка какая-то долгая. Оу, откуда прилетело? Я не понял. Битой причем меня вальнул, чувак. Угу. Ну ладно. Блин, 2 килла, не густо. На этой карте, так как она новая для меня, прям что-то непривычненько, непонятно, где у нас все сражаются. Хотя на карте вроде показано, где у нас битва идет. Но все равно карта непривычная. Так, еще живой, смотри. Да блин. Оу. А! Ну давай же! Больше киллов! Я, блин, так и даже на 3-е место, наверное, сегодня не попаду. 3 килла всего, да ладно! О! Здорово!
Есть, вальнул. Нефиг лезь куда попало. Так, наверное, я все-таки дробаш возьму вместо этой штуки. А блин, куда? Сейчас мне дробаш-то пригодится. Наверное. Ай, если попаду, конечно. Ящичек, ящичек, ящичек. Святая гранатка. Ну, возьми же. Оп. Аллилуйя. Вальнул, не вальнул, непонятно. Бананчик. Давай, бананчик. Вальни бананчиком. Я там кучу всего ставил. Иди нафиг. Иди нафиг, говорю. Все, меня контузило. Меня контузило. Иди, иди отсюда. Засел, смотри, ждал. Окей, окей. Блин, полбоя, больше, чем полбоя даже прошло. Всего 4 килла. Пипец. Музычка, смотри, заиграла. Что-то произошло. Постоянно что-то на всех картах происходит. Но с ракетой карта самая крутая, мне кажется. О, давай, 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 давай. Заберем, 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 заберем. Смотри, сколько здесь всего. Бананчик, лови. Ну, турельки тоже неплохо. Только куда они ушли, блин? Еще ящик. Блин, обидно, бананчики никого не смог загасить. Там не осталось, по-моему, одного или двоих. 2 килла вроде как. Так, о, ну куда же вы, бананчики? Давай, бананы! Да ё-моё, чё так сложно-то бананами убить? Где ты? Где ты? Она какая-то гигантская карта. Где все вообще? О, я нашел, где все. Лови. Еще лови. Да, ну походу я словил. В основном. Блин, киллы-то у меня сегодня будут, нет? Да нафиг. Оу, чё, двоих сразу? Нет, 5 киллов. Один не мой. Обидно. Да ё-моё. Там что-то он сильно в броне, чувак. Так, битой. Сюда. Есть. 7 киллов. И у меня, блин, 2 хп. Печаль, беда. Так, берем вот эту штуку, наверное. Полетаем слегка. Так, ну все. Все, ребятки, пошел последний отчет. А, сейчас у меня, наверное, и вольнет здесь. Ну, перезарядка, ты где? Да елки-палки, не туда. Битой сейчас забью нафиг всех. 8 киллов. Да блин, это мало. Это мало. Зато смотри, сколько у меня боеприпасов. Ну что, где кто? Здоров. Здоров, говорю. С Новым годом, ёлки-палки. Да. Я кого-то замочил, а кого не понял. Ну что ты там стал? Смерти хочешь? Ай, попал. Так, а сейчас я его, наверное, битой и добью. Да. 10 киллов на последних секундах почти. Давай, вот этого еще. Давай! Ну! Куда ты, мужичок? Здоровичок. Блин, не успел. А здесь смотри, все по мало киллов сделали. Эта карта какая-то жесткая, сильно. Видимо, разброс больше. А и народу мало, смотри, все, 22 человека играло. Да, я на 9-м месте. Ну, окей. Давай, продвигаем все. Че у меня? Турелемет новый какой-то. Скин для турелемета. Жалко, я бананами никого не убил. Сколько мне тут надо? 2 килла надо, елки-палки. За это мы получаем скины, по-моему, или к червяку, или какие-то шмотки. Давай, еще одну катку скатаем. Так, ну-ка, отменяем. Давай попробуем в лабораторию сгонять. О, и он как раз опять на этой карте.
А нет, что-то резко карта у нас, смотри, перескочила. Так, все-таки интересно, на какой карте-то я сейчас буду играть. Не, я все-таки на стадионе. Окей, ну на стадионе более-менее привычно. Неограниченное количество снарядов. Прикол. И что, до первой смерти? То есть, если один раз помер, то все, наверное, да? Хэппи-энд. Ну, не совсем хэппи, конечно, но энд. Так. Все, 2 килла, ребятки, сделал. Серия убийств. Оп. Вау, нет, иди. Не, этот режим угарный. Ай, только не это. Блин, все, меня вальнули. И все, я кончился совсем. Я, блин, минуты 2, наверное, ждал, когда начнется бой. А нет, смотри, возрождение. Окей, ну почему-то 3 минуты. Видимо, я залетел уже в начатый бой. Так, ну где ты, власть там? Алло. Если количество смертей не ограничено, то это вообще нереально крутой режим. Окей, окей, окей. На лифте, смотри, подъехал. Да что ты? Да ну куда? На тебе битой, на тебе битой. Да ё-моё, меня битой, собственно, и добили. Так, да ё-моё, вот здесь в метро не люблю находиться. Как здесь застрянешь, так и пипец. Полдня пройдет, пока ты отсюда вылезешь. Ну что, давай, приземляйся. Поехали на лифте, на поверхность. Так. Это немножко не тот край, не тот конец. Блин, вон там сбоку кто-то сидит. Где ж ты? Есть, попал. Он мне ни разу не попал, я в него 2 раза. Прикол. Оп. Да блин, а вот здесь я не попал. Так, еще вон того давай добьем. Ау! Перезарядочка долгая. Да елки-палки. О, здесь попробуй, попади, конечно. Но в прошлый раз у меня получилось. Туда куда-то. Оу! Так, я его битой еще шваркну. Ай! На! Есть, смотри, добил. Блин, жесть какая. 1 хп! 1 хп! Идите в баню, все. Да. 50 секунд до конца боя. Как-то я очень долго подгружался и в итоге... Все, вальнул меня, а я его, походу, нет. Жесткий режим, конечно. Зато самая крутая пушка из всех. Погнали. За 30 секунд кого-нибудь успею замочить, нет? Делайте ваши ставки, господа. Опа. Ай. Да ё-моё. Чё ты куда вниз-то там, алё? Я в метро не хочу, чувак, ну тебе нафиг. Погнали на стадион. На стадионе тут самое интересное творится. Это жесть какая-то. Смотри, что творят. Пипец. Ну все. Все. По 15 киллов успели сделать чуваки. А я сколько сделал? А я сделал всего 6. Из 30 человек. И это с учетом того, что я залетел в середину матча. Ладно, может мы что-нибудь получим? Какой-то новый скинчик. Эх, банановые бомбы, блин. У меня, наверное, в таком состоянии уже дней 10 висит. Я не могу никак банановыми бомбами никого загасить. Хотя из овцемета, смотрите, из 30 киллов я сделал 26. Как бы более-менее прогресс у меня идет, не стоит на месте. Ладно, ребят, на этом мы сегодня тормознемся. Вот такой видосик получился по червям. Я не знаю, почему мало видосов по этой игре вообще, в принципе, на ютубе. Другие мои коллеги по цеху вообще прошли мимо этой игры. Но наша нереально крутая, я не знаю. Правда, периодически меня выкидывает из игры, и это печально. Как-то так, ребятки. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.